Вот прям такой очень короткий ролик. Как зайти в админку вашего сайта или в консоль вашего сайта. У всех, конечно, будет все разное, потому что разные адреса сайтов. Вбиваете в браузере Google или Яндексе HTTP, двоеточие, двойной флеш и название вашего сайта. В моем случае Valentina Cinema 2. Далее идет домен wp-admin. И у вас должно получиться вот такая у каждого своя ссылка для входа в ваш сайт. Запомнили? Сохраните ее в закладках и переходите к следующему уроку. Не забудьте подписаться на канал и надеюсь на то, что вы поставите лайк.